Цель визита я обещал в первом полугодии приехать. Прошлый свой визит, который состоялся в декабре прошлого года, подробно посмотреть план развития города Ачинска, который по поручению губернатора стал один из опорных городов Красноярского края. Что это значит? Это значит, что по городу Ачинск мы должны подготовить план комплекса социально-экономического развития на среднесрочную перспективу и представить его на утверждение губернатора Красноярского края. Сегодня мы этот план посмотрели, он есть, он в достаточно хорошем состоянии, в проработанном состоянии. Мы уже понимаем четыре основных направления, куда мы будем прикладывать свои финансовые управленческие усилия. Это в первую очередь, конечно, экология, экологичные вопросы, все, что связано с экологией города. Это улично-дорожная сеть, строительство новых дорог, реконструкция действующих. Это все вопросы, связанные с социальной инженерной инфраструктурой. Ну и четвертое – это блок развития промышленности. Причем я бы, конечно, план социально-экономического развития Ачинска не отрывал от плана развития наших крупнейших предприятий, которые работают на территории города Ачинска и близлежащих районов. Ачинск – промышленный город, этим нельзя пренебрегать, этого нельзя стесняться, и надо развиваться городу вместе с планами развития наших крупнейших предприятий, безусловно, во благо города, решая вопросы экологии, решая вопросы новых рабочих мест, решая вопросы качества городской среды. Сегодня также обсудили конкретные объекты, которые могут быть включены в план социально-экономического развития города Ачинска. На ближайшую перспективу это школа на 550 мест на юго-востоке, это новый водопровод солнечный, это, собственно, те улицы, дорожная сеть, по которым сегодня мы проехали, в которой находятся в очень неприглядном, так скажем, состоянии, их нужно срочно ремонтировать. Ну и много других вопросов точно по городу посмотрели. По экологии отдельно выделю это направление. Конечно, тоже предстоит много сделать. И с конкретными предприятиями сегодня проговорили планы. Вы знаете, мы говорили об этом, что Ачинск включен в комплексный план, федеральный проект «Чистый воздух». По нему мы сейчас делаем комплексный план. По идее, он у нас должен быть утвержден только в следующем году, но мы идем с опережением. Мы хотим уже в этом году комплексный план по экологической обстановке в Ачинске утвердить все квоты, все нормативы и, собственно, вместе с нашими крупнейшими предприятиями уже начать его реализовывать. Первые ласточки, так скажем, этого комплексного плана недавно прилетели в Ачинск. Это 10 экобусов, которые, я думаю, вы все видели. Я поставил сегодня задачу, чтобы они, не дожидаясь 1 сентября, вышли на маршрут. Посмотрим, как эта задача будет выполнена. Автобусы, они не должны стоять, тем более такого класса, в гаражах, не использоваться жителями города. Ну, собственно, задача комплексного плана развития Ачинска на среднесрочную перспективу – это одна. Это создать новое качество жизни для жителей города Ачинска.